Assalomu alaykum, hurmatli bog'dorchilik ilmi hamda meva blogi obunachilari. Mana bizda navbatdagi webinar. Webinarimiz mavzusi noaniqlik hukmron bo'lib turgan dunyoda mahsulotga qiymat qo'shish, ya'ni qo'shimcha qiymat qo'shish jarayoni va uni maksimal darajada inson manfaatlariga yo'naltirish loyihasini shakllantirish bo'yicha bo'ladi. Webinarimiz har doimgidek USAID'ning qishloq xo'jaligida qiymat zanjirini rivojlantirish loyihasi tomonidan tashkil qilinmoqda. Bugungi taqdimotchimiz shu ABC loyihasi mutaxassisi Azizbek Hakimov bo'ladilar. Demak, loyihamiz taqdimotimiz rus tilida bo'lib o'tadi. Taqdimotning o'zbekcha nusxasini biz o'sha bevosita kanalimizga tashlab qo'yamiz. Kim uchun masalan o'zbek tilida, qulay bo'lsa o'zbek tilida, rus tilida esa tashlab qo'yamiz, hamda ingliz tilida esa tashlab qo'yamiz. Har uch tilda qulay bo'lgan formatda o'zingiz uchun yuklab olasiz degan umiddamiz. Marhamat Azizbek aka, slovo predastavitsiya vam. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Здравствуйте, дорогие зрители, коллеги, спасибо за ваше внимание. Как Камил Аке уже подчеркнул, здесь именно будет проводиться вебинар с маркетинговым исследованием, которое именно фокусируется на создании дополнительной стоимости в нестабильном мире. Путь к проекту, ориентированному на человека. Основная цель этого исследования была улучшение уровня продаж премиальных фруктов во внутренних рынках Узбекистана, используя всеразличные имеющиеся платформы. Проект сам назван Fruits Plus, и в процессе презентации я объясню, почему он именно так называется. Естественно, он был возможен благодаря финансированию со стороны USAID, американской организации по международному развитию. И непосредственно работа была проведена американской компанией ID. Давайте приступим к самой презентации. Джанека, можете, в принципе, переключить на следующую страничку. Да, здесь базовая информация про спонсорство. Я думаю, не будем фокусироваться на нее, уже пройдем на повестку дня. Повестка дня на сегодня. Я дам, предоставлю общую информацию о нашем рынке. Также познакомлю вас с нашей методологией, структурой, принципами рекомендаций для Узбекистана как рынка и, в общем, существующие реальные ситуации на рынке данных. Если уж пройтись про общую информацию, то, опять же, много справочной информации о самом проекте. Многие уже знакомы с проектом Узбекистан ABC, да, это, если уж переводить, цепочки надбавленной стоимости в сельском хозяйстве. Проект в нескольких уже своих итерациях работает с 2007 года по финансированию USAID. Давайте вот перейдем к задаче проекта. Помоги, к задаче проекта. Дальше проходим. Еще следующий слайд, пожалуйста. Как можно увеличить внутреннее потребление высококачественных и более дорогостоящих узбекских фруктов, а также как можно увеличить потребительский просто фрукт качество именно в условиях внутреннего рынка Узбекистана. Это наши основные задачи, которые мы перед собой поставили. Я пройдусь по методологии следующей. Наша методология. Еще идем дальше. Как вы видите, я уже уточнил, что само исследование, оно более качественного характера, а не количественного. То есть здесь идет не сбор данных с точки зрения максимального количества информации, а с точки зрения определения эффективных участников определенной цепочки сбыта и непосредственное проведение интервью с ними с целью получения ключевой информации, которая поможет нам ответить на наши вопросы, которые я уже озвучил. И вот примерно вы можете посмотреть на наш креативный процесс, который проходил в процессе исследования и сбора данных, и обработки того, что мы обнаружили в процессе нашего интервью. Дальше, если пойдем к вам. Наш подход, опять же, люди
представившие данные. Да? Непосредственно, если с точки зрения исторической и мировой практики, мы обратили внимание на Мексику, на США, на Испанию и на Вьетнам. И, естественно, интервью были проведены с различного рода производителями сельхозпродукции, непосредственно это компании, которые выращивают эти продукты, импортеры, различного рода производственные ассоциации производителей, базарные или рыночные продавцы, потребители, директора фермерских рынков, оптовики, транспортеры, различного рода участники холодной цепочки хранения сельхозпродукции, или, как мы их называем, компании холодного хранения, супермаркета и другие участники рынков FMCG, или, то есть быстро ликвидных коммерческих продуктов. И также именно в контексте Узбекистана мы провели опросы с различного рода государственных организаций. Дальше идем к Аминджинаке. Наша команда, основная команда, как вы видите слева, три специалиста с Америки. Это Эбби Нейден, Макс Черчфилд и Ребекка Мерифилд, которые непосредственно занимались проведением интервью, разработкой правильных вопросов концептуальных и нахождением ответов на наши задачи, которые были поставлены. Азиз Хакимов, это в моем лице, и Джасур Бекурсалов, мы просто показывали внешнюю поддержку. Идемте дальше. Что же сейчас происходит на рынке фруктов? Здесь представлена концепция формулы реального положения на рынке фруктов, которая включает в себя основные пять составных. Да? История, экономика, регулирование, предложение и спрос. И это дает нам реалии 2020 года. Да? Что такое, что мы подразумеваем под словом «история»? Это различного рода колонизации, конфликты, двустороннее сотрудничество и сотрудничество по всему миру. Выходит ли страна каким-то образом из нестабильности? Какие вопросы задаются? С точки зрения экономики, открыта ли экономика страны? Как давно она была открыта? Капиталистическая экономика, социалистическая, изменилось ли что-либо за последние 20-50 лет? К чему общество приспосабливается в данный момент? Регулирование, насколько правительство участвует в регулировании, существуют ли регулирующие органы, защищающие интересы обеих сторон рынка? С точки зрения обеих сторон, естественно, подразумевает это. Производители, продавцы, оптовики, с одной стороны, и, то есть те, кто предоставляет продукцию, а с другой стороны, это непосредственно сам потребитель. Как регулирующие органы защищают в иную сторону? Предложение. С точки зрения предложения, есть ли естественные поставки фруктов из страны, налажено ли производство фруктов среди населения, насколько образованы производители, то есть на каком уровне находятся их производственные процессы и практики, которые они применяют, и какова инфраструктура для транспорта. Инфраструктура для транспорта подразумевает для себя не только физическую инфраструктуру, но и определенные другие составные, которые могут тем или иным образом влиять на функциональность транспортника. И спрос, естественно, самое важное. Насколько велик спрос на фрукты внутри страны и на экспорт? Есть ли выбор для маркетинга и точек продажи или покупки? То есть насколько развит рынок предложения относительно того спроса, который существует у нас в стране. Идемте дальше, Камила. И вот исходя из этой формулы реального положения на рынке фруктов, да, и на основе тех данных, которые мы собрали в ходе исследования опыта Мексики, США, Вьетнама, Испании, мы создали вот такой график и примерно распределили по категориям с точки зрения истории, где мы находимся с нашими странами по сравнению, ну, Мексика, Вьетнам, Узбекистан, США, Испания, как вы видите. Естественно, позиция Узбекистана. И как этот фактор конкретно влияет? Это отрицательный, нейтральный или положительный фактор? То есть с точки зрения предложения и спроса мы видим, что у нас есть очень много плюсов и возможностей для расширения существующего потенциала. С точки зрения истории, экономики и регулирования есть определенные вопросы, которые требуют добавочного внимания и которые могли бы быть улучшены. И мы немного углубимся в процессе нашего семинара, вебинара. Дальше идем.
Что такое Fruits Plus? Как я уже сказал в начале презентации, я вам объясню. Да, это непосредственно уже аббревиатура, которая происходит из английского языка, так как изначально исследования были проведены на английском. Но я дам объяснение для каждой буквы и для, естественно, знака. Что Fruits из перевода на самом деле это означает свежесть. Буква F – свежесть, freshness. Да, свежесть и вкус обеспечивается на протяжении всей цепочки создания стоимости. Вот, скажем, Global Gap, хорошая сельскохозяйственная практика, да, холодного хранения. R – это рентабельность инвестиций, да, участники цепочки создания стоимости инвестируют в технологии, ресурсы, модернизации, когда есть явный прирост прибыли. U, или, так сказать, understanding – это понимание потребительских тенденций и вкусов, помогает всем участникам цепочки создания стоимости удовлетворять потребительский спрос. I – это интеграция или integration по вертикали и горизонтали, чтобы фиксировать размер прибыли, консолидировать власть, а также профессионализировать и систематизировать всю цепочку. На самом деле это процесс, который довольно обширно применяется в данный момент в нашей хозяйственной отрасли в Узбекистане. Все мы довольно хорошо знакомы с концепцией кластеров, да, и, естественно, это одна из тех моделей, которые в данный момент проходит этап тестировки в Узбекистане. Если обратить внимание на правильные факторы, то, дай бог, у нас все должно быть хорошо. Жене следующих 5-10 лет. Естественно, все новшество требует определенное время для того, чтобы мы могли его полностью освоить, но я думаю, что все будет хорошо. T – это означает trust на английском, или доверие, прозрачность, прослеживаемость в поставках, в происхождении, в покупке от семян до стола. Но это, скорее всего, больше именно подразумевает те требования, которые сейчас существуют на международном рынке с точки зрения traceability и trust. Очень важный аспект – это прозрачность и прослеживаемость той продукции, которая производится и поступает на рынок для того, чтобы обезопасить потребителя от потенциальных рисков здоровью. И чтобы в случае, если возникают какие-то проблемы, мы могли их очень быстро и очень эффективно идентифицировать. S – это sale point или место продажи, имеет значение. Оно определяет ожидаемое качество, цену, выбор и опыт покупок. Да, это точки зрения, где мы именно проводим свои покупки. Пусть то это супермаркеты, рынки в контексте Узбекистана, Алайский базар, госпитальный, Юнусабад. Или, дай бог, вот новые открывающиеся торговые центры, как Компас, Самарканд, Дарваза. И в существующие у них сети супермаркетов Макар, Корзинка и скоро должно прийти Карфур. А плюс это добавьте историю. То есть брендинг, маркетинг придают фруктам облик, личная связь, эмоциональный опыт и индивидуальный. Я думаю, на этом я примерно объясню, почему мы выбрали название Fruits Plus. Основные принципы и понятия, которые мы должны помнить. Да? Предложение всегда будет соответствовать ожиданиям спроса. Что это значит? Низкие ожидания – это значит в малом количестве или отсутствие Fruits Plus, то есть тех концепций, которые я только что объяснил. Если мы не ожидаем высококачественной продукции, мы ее и не получим. То есть мы получаем ровно то, что мы требуем. Поняли? Идем дальше. И сейчас углубимся немного в темы и возможности изучаемых рынков. Это вот Мексика, США, Вьетнам, Испания, как я уже объяснил. На рынках, которые могут поднять более высокую стоимость или могут выдержать более высокую стоимость, более четкая прозрачность и отслеживаемость у продукции существует. То есть это именно более премиальные рынки или более премиальные экономики. Потребительские тенденции и вкусы постоянно меняются, и предложение должно быть готово к этому. А то есть должна быть гибкость, да, в самом секторе, чтобы они могли быстро адаптироваться к тем изменениям в тенденциях и предпочтениях потребителей. Напряжение, баланс напряжения и гармонии, да, эффективный опыт и ностальгия, удобство против культуры. То есть это те факторы, которые влияют и на возможности рынков. Это соотношение между современными технологиями и теми определенными традициями и культурными особенностями, которые обуславливают наши привычки закупа. Да? Это для Узбекистана неотъемлемой частью являются те же базары, рынки, хотя новые супермаркеты с собой приносят именно вот эту концепцию разгрузки напряжения и более удобного варианта для закупки. Рынки с более высоким доходом на душу населения, более распространенными стандартными требованиями и органами, регулирующими качество. Это вот непосредственно рынки Мексики, США, Вьетнама и Испании. Особенно в этом контексте, конечно, выделяются рынки США и Испании.
Вьетнам и Мексика – это экономики, которые более направлены на экспорт удовлетворения, то есть они являются крупными экспортерами. И на самом деле здесь мы слегка затронули эти конкретные страны. Если кто-нибудь из зрителей хочет ознакомиться с более доскональной информацией и с развернутым форматом презентации, на индивидуальной основе мы можем предоставить им развернутую форму презентации, если они отправят запрос в наши каналы, будь то по YouTube, по Facebook или на наши Telegram-каналы. Кооперативы пока немного сложны, большое пространство возможностей. Это непосредственно относительно кооперативов в Узбекистане. То есть в Мексике, США, Вьетнаме, Испании кооператив концепции уже используется, но это еще новая система для Узбекистана, но она собой, естественно, представляет большой объем возможностей. Обнаружение и отслеживание – неотъемлемая часть любого качественного товара. Это трейсинг, опять же. Предложение должно соответствовать интересам, вкусам, спросам. Если мы хотим экспортировать в эти страны, мы должны изменить сорта, опыт, бессемянные сорта, а также персики. Это основные принципы, то есть мы все понимаем, что новые сорта требуются для входа в рынки более развитые. И ковид, естественно, мы не можем не упомянуть ковид или нынешнюю ситуацию с пандемией глобальной. Она все-таки оказывает свое влияние и, возможно, иногда вызывает определенные потребительские изменения в поведении или в предпочтении. А непосредственно теперь начнем взгляд на Узбекистан. И самое лучшее слово, которое охарактеризовывает Узбекистан, это, естественно, возможность. Что такое возможность? Средства, условия, необходимые для осуществления чего-нибудь, возможные обстоятельства. То есть у нас есть очень много возможностей для роста и перспективы. Главное – правильно воспользоваться существующими ресурсами и возможностями. Характеризация. Внутренний узбекский рынок фруктов имеет потенциал, но требует правильной поддержки и инвестиций для стимулирования спроса. Это на самом деле такое многостороннее высказывание. Стимулирование требуется и с точки зрения, наверное, общего поднятия экономической составной для нашего населения, но и также прихода правильных игроков, которые будут применять более высокие технологии, улучшенные качества и повышенные требования по безопасности. Идем дальше. Экономики. Позиция Узбекистана с точки зрения потребления по сравнению с этими четырьмя странами. И как мы видим здесь, на душу населения данные с 2017 года, Узбекистан стоит на втором месте по среднему потреблению фруктов. 96,37 килограмм. То есть фрукт является неотъемлемой частью ежедневной будней жизни среднего узбекистанца. Идем дальше, Камилаки. И здесь мы взглянем на именно ожидание или так называемая концепция семи основных составных маркетинга, да, это непосредственно люди, место, позиционирование, продукция, фасовка, продвижение. Как они себя представляют в Узбекистане? С точки зрения людей, да, фрукты — это для всех. Как люди видят концепцию фруктов? Все в Узбекистане так или иначе вовлечены в производственно-бытовые цепочки. А место. Несколько вариантов, но немного, да. То есть где мы можем покупать или продавать фрукты, это или базары, супермаркеты, маленькие магазины, к которым мы довольно привыкли. И можно непосредственно покупать и у дороги, там, если проезжая возле фермерских хозяйств. Тоже нам довольно известно. Позиционирование. Как позиционируются фрукты в Узбекистане? Ну, они фактически не позиционируются с точки зрения маркетинга. Они просто существуют. И на это можно обратить внимание. Сама продукция, товар доступен в сезон, и продукция вызывает ностальгию, связанную с детством, семьей и культурой. Это могут быть такие концепции, как, например, определенный сорт мандарина, гранаты у нас появляются осенью, виноград у нас всегда есть в конце лета, да, бахчевые в пике лета появляются, черешня, естественно, весной. У каждого человека есть определенная ностальгия, связанная с тем или иным сезоном. Фасовка или упаковка. В Узбекистане нет упаковки для фруктов, если она не импортируется. Узбеки не любят отходы, пластиковые упаковки.
такие довольно грубые обобщения, но мы углубимся в них подробно. С точки зрения продвижения продукции, да, свежие фрукты не продвигаются, кроме специально социальных сетей или супермаркетов, потому что участники не видят в этом тренд. Под словом участника, естественно, подразумеваются все члены цепочки, которые участвуют в продаже. Это производители, посреднические рынки, непосредственно супермаркеты и точки сбыта. Цена. Узбекские клиенты ожидают низких и справедливых цен, о которых сообщается и оговаривается. Да? То есть у всех уже есть хорошее понимание, примерно сколько должен стоить. И узбекский потребитель понимает, что в Узбекистане фрукты должны быть доступны. Дальше, Камилаке. Здесь мы видим непосредственно карты заинтересованных сторон, то есть это на этой карте по горизонтальной оси обозначен интерес заинтересованных сторон, по вертикальной оси идет власть или больше, я бы сказал, влияние заинтересованных сторон. Как мы видим, это примерно представляет собой грубую структуру рынка на данный момент в Узбекистане. Что именно? Как видите, довольно большой внимание привлекает к себе экспортные рынки, но, к сожалению, во многих аспектах мы еще не готовы удовлетворять их возможности по тем или иным причинам. Хотя есть очень много других участников именно этого процесса, которые заинтересованы в удовлетворении экспортных рынков. Особенно акцент можно поставить вот на коммерческие фруктовые компании, которые пытаются это делать, но, к сожалению, до сих пор есть в большинстве случаев есть довольно сильный диссонанс или отрыв между тем, что на самом деле требует экспортный рынок и какая реалия у коммерческих фруктовых компаний. Будь то с точки зрения правильности подбора сортов тех или иных фруктов, внутренних процессов и стандартов по обеспечению безопасности продовольствия для потребителей и других разнообразных регуляций и норм. Справа больше идут у нас местные супермаркеты, оптовики. Это роль, которую они играют на рынке. Да. Они соучаствуют с продавцами на рынке и где, как вы видите, местные потребители. Дихкани и фермерские работники, к сожалению, не имеют такого высокого приоритета с точки зрения влияния на рынок и с точки зрения, ну, интерес у них есть, но, к сожалению, очень часто не на том уровне, на котором хотелось бы, но это, скорее всего, связано с определенными другими факторами, которые существуют у нас на рынке. Камилака, идем дальше. Да. Так, свежесть. Покрываем именно, уже начинаем говорить о различных характеристиках рынка. Успешные фруктовые компании вкладывают время и ресурсы фермера, чтобы обеспечить экспорт фруктов самого высокого качества внутреннего рынка. В этом смысле не повезло. То есть очень большой фокус сейчас дается на удовлетворение требований экспортного рынка, и внутренний рынок очень часто идет как составная, которая в принципе существует. Если определенные фрукты не удовлетворяют требования экспортного рынка, они направляются на внутренний рынок. Это, естественно, не касается всех фруктов, но в большинстве случаев это так. То есть первый сорт всегда уходит за границу, второй сорт, третий сорт остается в Узбекистане. И как бы там ни было, все равно внутренние рынки получают практически какую-то выгоду, потому что часть продукции самого высокого качества и большая часть продукции второго уровня продается в узбекских супермаркетах по более низкой цене, чем на экспортном рынке. Ну, хотя иногда экспортные цены тоже влияют на конъюнктуру цены на внутренний рынок. Камилаке, дальше. Как бы там ни было, большинство супермаркетов требует лучшего качества, единообразия, поэтому посреднический рынок должен подчиняться, да. То есть, что мы имеем в виду? Время обеспечения качества ложится на посреднический рынок, который часто зависит от супермаркетов и их обязательных стандартов оптовых закупок в отношении качества, однородности и упора. То есть, мы понимаем, что если тот или иной поставщик хочет работать с макро или с корзинкой или с другими сетями, ну, основные у нас две сети, то у этих сетей есть своя система, вроде не разработанная по стандартам, и она определяет уже определенную
шкалу или уровень качества минимальный, который требуется от продукции, чтобы она была продаваема на полках этих супермаркетов. Очень часто мы понимаем, что корзинка является предпочтительным выбором для покупки фруктов, потому что клиенты больше доверяют поставкам и качеству, и качество обслуживания клиентов лучше. На данный момент корзинки такова реальность. Возможно, мы увидим уже более высокое проявление конкуренции в будущем, и эта картина тоже может поменяться. Дальше коммуникация. Холодное хранение окупается только в том случае, если оно востребовано экспортным рынком, но для местных супермаркетов существует вторичная выгода. То есть, что мы имеем в виду? Холодное хранение упаковки считается важными методами достижения успеха на экспортном рынке. Это даже не важные методы достижения успеха, а я бы сказал, даже минимальные требования – это непосредственное соблюдение всех принципов и условий холодной цепочки хранения. Но в то же время побочным эффектом было то, что внутренние производители и поставщики поняли и оценили выгоду холодной цепочки с точки зрения сохранения более высокого качества, обеспечения свежести продукции для конечного потребителя. И непосредственные супермаркеты, которые имеют в своей инфраструктуре возможности для сохранения холодной цепочки, могут получить максимальную выгоду от этого процесса. Вот, идем дальше. Маркетинг и реклама имеют низкую рентабельность инвестиций, но компании или участники, инвестирующие в них, выделяются на фоне конкурентов. К сожалению, с точки зрения фруктов, маркетинг не так уж и развит. И в основном, наверное, я бы сказал, в данный момент на узбекском рынке для рекламы и маркетинга в основном используют социальные платформы, социальные сети, будь это Facebook, Telegram. Стала очень популярной платформой для маркетинга. Недорогой подход с широким охватом. Может, он не так сильно таргетирован, но все же лучше, чем ничего. И фруктовые компании, то есть производители именно фруктов, они в основном вкладывают средства только в дополнительный брендинг или упаковку для внутренних рынков, которые ценят это и готовы платить больше. Например, для городского населения с более высокими доходами. Если мы хотим увидеть местные продукты с определенной маркировкой или брендингом, мы можем некоторые экземпляры увидеть в корзинке и в маркетинге. Например, такие как Гектар, Ило, Вилагро. Есть несколько компаний, которые непосредственно применяют концепцию брендинга и маркетинга. И это тот фактор, на который можно обратить дополнительное внимание для повышение, наверное, добавленной стоимости продукта, как с точки зрения производителя, но так же, как и с точки зрения удобства для конечного потребителя, покупателя, чтобы он мог более эффективно идентифицировать те или иные продукты, которые поставляются определенными компаниями, которые более ответственны по сравнению. Дальше идем. Более крупные и успешные фруктовые компании готовы к изменению потребительского спроса. То есть, как это сказать, узбеки любят фрукты всех видов, и предпочтение потребителей в отношении свежих фруктов меняется. Таким образом, успешные фруктовые сады и фруктовые компании вкладывают время и ресурсы персонала, чтобы опережать потребительские тенденции, и делают ставку на производство и продажу разнообразных продуктов, чтобы удовлетворить разнообразные меняющиеся предпочтения потребительских исключения, а не правила, однако. Почему? Потому что это констатируется обычной практикой многих фруктовых компаний и фруктовых садов, которые заключаются в выращивании того, что выращивает их сосед. Практика, которая снижает цены для потребителя, но не позволяет производителям максимизировать свою прибыль. Да. Нужно более креативно подходить к выбору продукции, которую мы пытаемся поставить на рынок, и попытаться в большей части отделяться от толпы и создавать что-то новое. Мы идем дальше. Социальная реклама. Существует ли она в социальных сетях? Ну, это что-то. Большинство узбеков регулярно используют Telegram и другие каналы, как вы уже знаете, для социальных сетей, для повседневного общения. Другие цепочки создания стоимости продуктов.